Всем привет! С вами я, Юлия Дмух, и я веду небольшой репортаж свой из города Аликанте, где сейчас проходит выставка авторских кукол. Вот это вот первая экспозиция работы Надежды Чинаевой. Сейчас мы с вами пройдемся по залу, и я покажу все работы, которые представлены здесь на выставке. Это куклы Елены Рындиной. Вот смотрите, текстильные куколки в национальных испанских костюмах, фаньерас. Вот давайте посмотрим. Мне вот эти парочка особенно понравилась, они такие милые. Даже есть такая вот милая лошадка. Такой художественный текстиль. Идем дальше. Это экспозиция моих работ. Здесь представлены мишки Тедди. Вот смотрите, коллекционные мишки, маленькие. Вот по сравнению с моей рукой, видите, вот такие вот они. Так. И цветы из полимерной глины в виде колонок. А также авторские игрушки из ваты. Вот тут мы стоим против солнца, поэтому не очень видно. Но тем не менее, я покажу вам свою работу. Идем дальше. Это броши Люси Лютиковой. Смотрите, тоже насколько реалистичные. Вот сейчас покажу вам самые интересные, на мой взгляд, работы. Это брошь чертополов и одуванчик. Это текстильная брошь. Так, идем дальше. Вот такой вот эльф, бабочка, мотылек Марины Машковой и Баба Яга, тоже авторская кукла. Смотрим дальше. Без идей, какой-то сверх идей, без месседжа, просто кусочек чистой радости. Мы их обойдем немножко. Вот, эта шапка, она, конечно, в этом сильно помогает, потому что это долго. Это коломбина и перо. Так, смотрите, Екатерина Лепихина, это ее работа. Смотрим дальше, что у нас здесь. Так, а это Светлана Башко. Ну, вот на этом столике мне больше всего нравится вот это вот. Спящая морковка. Ну ведь чудо, правда? Смотрите, какая хорошенькая. Так. Дальше идем. Заодно я вам покажу убранство зала этого. Вот это работы Милы Земляковой. Такой паучок. И муха. Муха-муха-цокотуха. Вот такая концептуальная работа, интересная очень. Так, а это куклы Аллы Олениной. Вот такая барышня. Так. Это не... Есть свой домик. Идем дальше. Работа Оксаны Шибалевой. Очень мне нравится вот эта кукла. Адалиска. И посмотрите на эту русалку. На русский котенок. Из пены морской рождается такая.
даже капельки есть на теле. И вот интересная работа. Мишель. Веселая девчонка. Так, ну вот заодно покажу. Да, смотрите, как красиво. В этом зале уже второй год проходит выставка. Очень приятно здесь. Красиво, торжественно. Это восхитительные работы Тины Вас, Кристины. Вот, смотрите, художница делает вот таких вот интересных персонажей. Техника, конечно, впечатляет. Так, лисенок смешок. Это работа Екатерины Шердаковой. Портретные куклы, герои «Игры престолов». Вот. Тут в этом зале не особенно интересно смотрится. И вот это мне очень нравятся эти работы. Виктории Фрибус. Хорошо. Женские образы интересные. Так. Смотрим. Так, кукла Светланы Сахутиной. Работы Ирины Образовной. Работы Ирины Образовной. Так. Какая девчонка. Бунтарка. Так. Очень интересный. Текстильные кофейни, такие чердачные игрушки. Тут и жуки, и лошадки, и зайцы, и фили. Очень ароматный стол. Вот девчонка что рассматривает. Ну и мы подойдем. Так. Это работа Елены Акуловой. Посмотрите на эту бархатную кошку с айфоном. Хорошая кошечка. Так. Очень интересная работа Елены Парфинской. Мне особенно нравится жирафа. Сейчас еще покажу. Еще один жирафик и вот эти вот собаки тоже хорошо. Музыкальный трио. Это работа Татьяны Полозовой, «Дочка любви». Это Виктория Куколова. Смотрим дальше, мастера беседуют.
Смотрите, какая чудесная работа. Аника Эдна. Вот так. Сейчас будет проводиться торжественно. Вот здесь посмотрим. Есть люди, работают. Техники, изготовления, игрушек из дерева. А это автор Юлия Петракова. Она проводит мастер-класс прямо сюда на столе, на стенде. Сейчас я вам покажу ее чудесные работы. Смотрите на эту девочку. Я же как раз достаточно. Все впитается. Очень хорошо. Посадим. А вот еще птички. Смотрите, у них тоже крышки бегают. Очень интересно. Ну, лапки большие. Закладывай. Вот, смотри, еще кулачки. Вот интересные текстильные куклы. Павлина Маршевская. Валяна. Вот это конкретно. Ослик, наверное. Мне тоже интересно. Вот так. Если вы не то. Так. Это Анна Огурцова. Посмотрите, какие милые педики. Прям домик у них тут. Особенно мне это будет. Гондольер. Так, что-то еще надо посмотреть сейчас. Вот эти работы. Это дробь. Еще интересный такой мужской персонаж. На вот этом столе тоже представлена работа. Это лотерея. Благотворительная. Так, посмотрим. Это кукла Ирины Образцовой. Это Оксана Шабанова. Это Ангел Маринашка. Ну вот. В общем-то, вся практически экспозиция. Сейчас я еще хочу показать вам домики. Вырезанные стыки. Маленькая видная выставка. Посмотрите, комнатки такие,
До новых встреч на выставку путешествий, арт-проекта и моих мастер-классов. С вами была Юлия Дну. Ставьте лайки, если вам интересны такие репортажи. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!